В Юргу прошло совещание кураторов Высшей школы экономики и управления. На повестке дня – здоровье студентов, изменение положения о работе кураторов и правила проживания в общежитии. Главная цель для меня, как ответственного за воспитательную внеучебную работу в Высшей школе экономики и управления, естественно, то является, чтобы поднять на более высокий качественный уровень работу всех кураторов академических групп. Но это вот для меня, как главного воспитателя, самая главная цель. Теперь самое главное, конечно, на это собрание мы пригласили всех, кто причастен к этой внеучебной работе. Ну, конечно же, проректора по внеучебной деятельности и воспитательной работе и молодежи. Среди выступающих были Яков Ермошкин, Вячеслав Бурматов, Людмила Задорина и Вероника Ливончук. Собрание прошло в формате диалога. Каждый из присутствующих кураторов мог задать интересующий их вопрос. Этот формат новый, и он позволяет, что называется, в горизонтальном режиме найти решение актуальных вопросов, с которыми сталкиваются как студенты, так и преподаватели. Большой интерес получила тема, посвященная рапортам студентов. Объяснительная записка за нарушение каких-либо норм университета или общежития. Кураторы обсудили профилактические меры. Отметим, что в совещании приняла участие заместитель поликлиники номер 2 Татьяна Коваленко, которая выступила с просьбой подтолкнуть студентов на прохождение медосмотра. Организаторы собрания надеются, что принятые меры повлияют на воспитательную работу со студентами.